動きをしてたんですね。ちょっと動いてもらって Задача была наработать дистанцию, подходить к человеку так, чтобы было вам безопасно, можно было работать, и не создавать напряжение. Это самый первый фактор. Сейчас мы получимся, он на месте, пока так же стоит, только мы будем внешними мышцами работать первый раз. Второй раз будем работать с внутренними мышцами, а третий раз будем руку класть за него. То же самое здесь, внешними мышцами. Давай, чуть-чуть. Я вам уважаю. Внутренними мышцами. И за него. Можно здесь. Никакой силы и напряжения ничего нет.